Друзья, всем привет! Смотрите, что взяли на тест. Это Alfa Romeo Stelvio. Вот он. Первый кроссовер марки, ну, по крайней мере, первый за последние десятилетия. Итак, это у нас родственница Alfa Romeo Giulia, которая недавно побывала уже на нашем тесте. Я бы сказал, это Giulia в облике кроссовера. Почему так? Потому что в основе лежит одна и та же платформа, которая получила название Giorgio. Соответственно, колесная база у этих автомобилей, она равная, но габариты чуть-чуть отличаются. Сразу скажу, что это такой маленький анонс, а полноценный тест будет совсем скоро. Пока смотрим на Stelvio вокруг и вот скажу, что мне бросилось в глаза в первую очередь. Ну, во-первых, очень скромный цвет для такого автомобиля. Светло-серый как-то, ну, такой теряется в потоке, а больше подошел бы, наверное, какой-то красный или бордовый. А во-вторых, это достаточно высокий профиль шин. И что у нас тут с размером? Вот он, 235 на 60 и 18 диаметр диска. Зато каковы суппорта. Вот так вот они выглядят. Ну и, конечно же, предмет многих споров, я уже предвижу, это оформление передней части автомобиля. Можете высказываться в комментариях, как она вам. Ну и что интересно, когда я взял Stelvio и буквально после нескольких десятков километров, как проехал за рулем, пытался вспомнить, что она мне напоминает, в памяти всплыл Infiniti, вот такой спортивный кроссовер, по крайней мере, одного и того же стиля. И только начал снимать, буквально тут же подъехал, вон на заднем плане стоит FX. Ну действительно, автомобили очень похожи, согласитесь, хотя в конкретных мелких деталях отличий очень много. А что еще интересного, это то, что под капотом здесь двухлитровый турбомотор мощностью 280 лошадиных сил. Как едет, расскажу чуть позже, пока заглядываем в салон. Заглядываем в салон, вот она, вожделенная кнопка запуска этих 280 сил. Супер. Ну, еще интересно, обратите внимание, вот такое тиснение на подголовнике Alfa Romeo. Фирменный знак бренда. Ну и сочетание светлого дерево с темной кожей. Кстати, тоже можете сказать, как вам такая комбинация, нравится или нет. Ну а что, я запускаю мотор и погнал.